Вот, принесли нам наш заказ, рис потрясающе оформлен в яйце. То есть я вот думала, на фото смотрела, думаю, что это такая за оберточка красивая. Ну, думала, может быть, это какой-нибудь, я не знаю, там, блинчик, еще что-нибудь. А это яичница, тоненькая яичница, омлет. И вот завернут в нем внутри яйцо, рис с овощами жареный. И второе блюдо – это овощ. Ну, поскольку мы приехали уже поздно и немножко сытые, поэтому мы такой легкий ужин себе сделали. Это овощи на пару с соусом, с яйцом и соусом. Соус креветочный. Ну, это типичное, кстати, северное. Это на юге такого нет блюда. Ну все, приступаем.